Друзья, всем привет! Я в Петербурге. Это железнодорожная платформа Удельная. Субботнее утро и подошедшая ласточка до Выборга. Учитывая, что там уже люди стоят. Довольно-таки немало народу туда загружается. А довольно-таки известный факт, что особенно как раз по выходным именно вот эта ласточка на 8.05 с Удельной, она идет чуть-чуть не под завязку. Я так смотрю, народу реально прилично. Не знаю, видно здесь или нет. Но проход в поезде забит чуть ли не весь. Естественно, не говоря уже о сидячих местах. То есть народу реально прилично. Где-то в поезде сидят контролеры. Ну где как, в общем. Хочу также отметить, что это еще к тому же сдвоенная ласточка. Два состава 5 плюс 5. А бывают и по 7 вагонов. И, соответственно, там вообще не протолкнешься порой. Вот как-то так. И такое фактически каждые выходные.